Губернатор Тверской области Игорь Руденя в парке «Россия. Моя история» в преддверии 23 февраля торжественно наградил настоящих защитников Отечества. Наградами были отмечены как участники СВО, так и те, кто ежедневно поддерживает обороноспособность и безопасность Родины вдали от линии фронта. Подробности в нашем сюжете. В обращении к собравшимся губернатор Игорь Руденя упомянул о героических страницах истории России, а также подчеркнул важность сохранения исторической памяти нашей страны и поблагодарил всех тех, кто оказывает посильную помощь бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. В нашем единении, в твердой убежденности, в своей правоте и в огромной всенародной поддержке наших воинов, великая сила нашей страны и уверенность в том, что победа будет за нами. Вооруженные силы, весь народ России еще раз докажет всем, кто забыл уроки истории, что нашу отчизну никто и никогда не может поставить на колени. Каждый из отмеченных наградами и благодарственными письмами проявил свою доблесть на фронтах специальной военной операции, а также вдали от линии фронта, обеспечивая обороноспособность своей страны. Особо губернатор Игорь Руденя отметил и тех, кто вырастил и воспитал нынешних героев. Так, на церемонии награждения многодетному отцу Александру Звереву торжественно вручили медаль «Слава отца». Сейчас его сыновья сражаются на фронте. Старший по контракту служит, а второй в Росгвардии. Младший, когда собирался идти в армию, он написал сразу, что он очень хотел бы служить в спецвойсках. И вызвали в военкомат, стали спрашивать, как я, как мама на это смотрю. Но вы знаете, у нас мальчишки самостоятельные, они готовы ко всему. И поэтому я сказала, если это их выбор, значит, это их выбор. Сила духа у них семейная. Родители также проявляют мужество в разлуке с сыновьями. Говорят, что нужна лишь малость – знать, что жив. Волнуемся, конечно, волнуемся за мальчишек и ждем, когда они из командировки хоть несколько слов напишут. Нужно только одно – я жив, и все. В нынешних реалиях День защитника Отечества объединил всех, кто посильным трудом обеспечивает мирный сон своей Родины и свободу ее граждан. Это еще раз доказывает, что сила и могущество нашей страны – ее единство.